Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас опять такая маленькая прям продуктовая закупочка. Решила вам показать, чтобы не пропадать надолго. В общем-то, кефир 84,99. Кофе, напиток кофейный, да, так называемый. Одна штучка 19,99. Здесь 4 штучки у меня. Дальше, поехали. Это захотели дети. Вот такой вот манго-маракуйя. Мы уже пробовали, нам нравится. Неплохой напиток, кто любит сладенькое. 88,99. Два чупа-чупса. Ну, куда же без них, когда есть дети, да? Всегда они хотят что-то такое интересного, сладкого. 19,99, одна штучка. Это тоже взял младший сыночек, кому захотелось. Так, 79,99. Фрутелла ягодный вкус. Вот такая небольшая вот покупочка. Нам дали этот стикерс. Сейчас акция идет. Магнит уже заканчивается. По-моему, сегодня последний день. Взяла вот такие вот формочки уже для куличков пасхальных. Такие милые вот они с кроликами. Да, такие хорошенькие. Там их 3 штучки в упаковочке. 69,99. Да, 3 штучки. Ну, они такие малышечки. Ну, нам такие нужны. Формочки небольшие. Сок. Ну, тоже детки захотели сок, взяли. Раз захотели, да? Так, одному и второму, естественно, у нас всегда все по 2, чтобы это не было. Это нектар яблочный персик, яблоко персик, 21,99, одна штука. Вот такие вафли кореновка, вкусно молочно, вкус топленого молока, 54,99. Так, капуста квашеная с клюквой, 119,99. Дальше. Картофель самый обычный, немножечко я взяла, по 20 рублей, чтобы не тяжело было нести. Здесь 812 грамм, 17 рублей. Отдали за картофель. И куриное филе бедра. Куриное филе бедра. 357,79. Здесь 877 грамм. Килограмм стоит 399,99. Ну, в общем, 400 рублей. Да, вот они вот этими цифрами 99,99. Всех всегда хотят запутать. Также чеснок. Чеснок у нас по... Не вижу, да. Где же ты чеснок? Чеснок у нас, в общем-то, куда-то спрятался. Чеснок 379 рублей килограмм. Здесь 62 грамма, 23,55. И вот такую взял сыночек, младший себе игрушку. Ему так она понравилась, да, сквиш. Она стоит 149 рублей 99 копеек. Вот она еще такая прилипала. В общем, это у нас покупочка вышла. 1220 рублей. Кому интересно, цены посмотрите. Всем пока-пока. Спасибо, что остаетесь со мной.